согласно старой, доброй, дедовской традиции... Дёнь, тише. А сейчас мы попробуем выяснить все-таки, мальчик или девочка, а в связи с теми маленькими эстафетами, которые у нас были, все-таки определились, активнее парни или девчонки. Настя, согласно традиции, тебе вручаю розовые ползунки. Леш, тебе вручаю синие. Дорогие друзья, кто считает, что все-таки айс должен принести мальчикам, кладем любой денежный знак, ползунки нашему свидетелю. Кто считает, что первым должна родиться девочка, айс принесет девочку, кладем любой денежный знак, ползунки свидетелю. Свидетельница, вы готовы? Можете начинать с двух сторон. Поехали! Главное, с двух сторон. Молодцы.